Хола амигоса, снова вы, снова я, снова резьба. А многие были недовольны, что я закончил предыдущую серию раньше, чем перенес ногу через порог вот этой двери. Но зато прикиньте, какие сейчас будут серии интересные. Это же как вишенка на вершине торта, вот эта локация, которую все ждали, все. Ну, кому интересно, конечно же, вся эта замутка. О, блядь. Я чуть не обосрался. Посмотрите на левое стекло. Я думал, кто-то идет. Это мое отражение подошло. Я как этот енот, сука, в мультфильме, бля. Надо улыбнуться. Поделись улыбкой своей. Ну так вот, перед этими дверями, думаю, самое время для философии. Итак, поговорим о смысле. Да ладно, пизжу я. В атаку нахрен. Какие двери, как, знаете, как на кухню в американских всяких кафешках там у них. Хо-хо. А здесь осталось еще немножко керосина. А фляга-то моя уже заполнена. Да, я пошел сюда, упаковался. Во все оружие пошел. Ах ты, пидрила, блядь. Вот это ракурс, вот это ракурс. Я чуть не обосрался. В халатике, смотрите, в халатике. Эй, белые халатики. Ты не хочешь упасть, а? Мне кажется, ты должен немножечко сдохнуть, а? Все, он потек как пятиклассница при мыслях о белом принце на черном коне, или как там. А, вода слишком зеркальная, мне кажется. Вот эта лужа воды на полу похожа на жидкого терминатора. Так, ну что там, а еще один мычит. Еще одна корова где-то ходит. Я жду тебя, нигер, подходи, налетай. Оп, никого. Оп, а это пациентик, смотрите. Рано упал. Пиздишь ты, Троцкий. А вот теперь все правильно. Да что же такое, это почему не обязательно-то? Теперь понятно, почему столько много патронов на пистолет выпало, потому что вот теперь настало его время. Самое оно. Снова появились эти мычащие уроды. Так, керосинка еще есть. Осталось чуть меньше половины. Да как меньше половины? Вы сравните вот эту фляжечку и вот эту канистру. Меньше половины это, блядь, не знаю просто. Это раз 200 можно эту флягу наполнить. Вообще, этой фляге вискарь должен быть, а не бензин. Купитман был бы недоволен. Так, я хотел карту посмотреть. Слева дверь. Удивительно, что здесь никто не стоял, меня не поджидал. И еще один диск. Ну ты посмотри, блядь, вот это неожиданность. Закрыт электронным замком. Угу. Так, может выложить... Не знаю, магнум может выложить? Или гранатометище? Так. Продолжается моя война с инвентарем в этой игре. Мой враг здесь не зомби, мой враг здесь не хантеры, мой враг здесь не боссы, мой враг инвентарь. Маленький долбанный инвентарь. Почему этот специальный агент пришла сюда со своей женской сумочкой, а не с рюкзачком? Так, ну мы входим в неизвестное помещение, опять надо быть во всеоружии. Вдруг они в упор стоят, а через прозрачные решетки их не видно. Ага. Вон она как. Пошел нахуй, дружище. Ну, такое ощущение, что ему в башку попал. Ну, этот понятно сдох. Ха-ха! Нихуя себе! Откуда это у нее такая точность? Точность, как у швейцарских часов, сразу хедшот выдала. Не замечал за ней такого раньше. Под конец игры, видать, стрелять научилась. Это полочки. О, даггер. О, еще патрандосы. Смотрите просто.
Можно от бедра шмалять и не целиться. Ну что, еще зомбари есть здесь, как вы думаете? Нет. Закончились. Были, да все вышли. Так, вот эта дверь закрыта. Закрыта. Электрический символ какой-то. Это закрыто. Тоже электрический символ, смотрите-ка. Похоже, что где-то надо будет вставить диск. И тогда двери отопрутся. Что-то он горел, но не обгорел. Что-то. Шашлычок-то не подрумянился ни хрена. Так, у меня остался очень мало бензина, я хочу сказать. У меня одного еще могу сжечь, все, остальные будут меня жарить. Так, аптечка. Аптечка меня мало интересует. Закрыто, понятно. А это что такое? Что? Дождите. Рычаги для открытия замка двери. Нужно открыть замки рычагами. Так, нажми. Ты ж говоришь, что это замки, блядь. Я не понимаю, в чем сейчас проблема. Видимо, эти рычаги управляются где угодно, но не здесь. То ли или я не знаю просто. То ли я тупой, то ли главная героиня не очень умная. Еще какая-то маленькая дверка. Блин, надо бы гранатомет в руки взять, на самом деле. Но у меня столько оружия рукопашного. Так, даже это какой-то кишечник какой-то на картинке. Какая комната. Вы не можете взять больше предметов. Кларк Дэвид написано на ней. Ну, может быть, я могу... А, это что такое? Здесь какой-то? Ой. Опять... А, теперь Гейл Холланд. Что-то нацарапано в блокноте для того, чтобы использовать электронную дверь, поместить инициалы в алфавитном порядке. Нахуй инициалы. Часть его светится красным. Алекс Бэтчет. Да, это сфинктер. А у этого печень больная. Письмо ученого. Дорогая Ада. О, вот это, наверное, первое упоминание Ады Вонг в игре. Но вряд ли есть две бабы, которых зовут Ада. В Resident Evil 98 года письмо. Так, на момент прочтения тобой данного письма, я уже больше не буду человеком, которого ты знала. Результаты моего теста пришли сегодня, и как я и ожидал, они положительны. Я чувствую, как балансирую на грани безумия, просто думаю о том, что обречен. Я бы отдал все, чтобы не стать одним из них. Насколько мне известно, ты не инфицирована. Я искренне надеюсь, что не все так плохо, но если вышло так, что ты теперь последняя выжившая, и я хочу, чтобы ты... забрала материалы из конференц-зала. После активируй систему самоуничтожения в генераторной и беги отсюда. Пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, и передай общественности детали аварии. Если все еще работает нормально, ты должна открыть все замки, используя систему безопасности. В маленькой охранной комнате я поставил небольшой терминал, чтобы ты могла войти в систему, используя мое имя Джон как логин, а свое Ада как пароль. А, блин, да, знаете, даже на почте Mail.ru такой короткий пароль бы не приняли. А, тебе нужен будет еще один пароль, чтобы открыть дверь на этаж P2 для доступа в конференц-зал. Для большей безопасности я закодировал пароль в рентгеновских снимках. Я знаю тебя, поэтому уверен, что ты сможешь без проблем понять его. И еще кое-что, и это моя последняя просьба. Я надеюсь, ты никогда не увидишь меня в таком состоянии, но если ты все же столкнешься со мной в этой отвратительной форме, прошу, избавь меня от этой муки, я надеюсь, ты поймешь. Уважение, спасибо тебе, Ада, с уважением, Джон. Джон, Ада. Так а чё, ну нету компьютера, куда диск можно вставить? Блять, место для вставки рентгеновского снимка, я хочу вставить эти диски поганые. Дерьмо, жопа, срань.
Ну что ж, пора в путь дорогу теперь в обратную сторону, да? А если я вот это не буду включать, что изменится? Вот на этой доске меня что-то там привлекло ее внимание. Памятка на доске привлекает ваше внимание. Все равно привлекает. А, то есть я понял, вот эти зоны красные перестали светиться. Алекс Бэтчет. А теперь она видит, чем подписано, смотрите. Эд Фишер. Блять, вот здесь загадка, конечно, сейчас будет, походу, просто разорвись мое очко, блин. Так, ну что ж, приступим, мать его. Так, вы хотите взять рентген? Хотим. Здесь еще один. Хотим, хотим. Да, да, поместить инициалы в алфавитном порядке. Зачем, интересно, тогда подписано, где какой орган? Неужели врач-хирург, который должен здесь заседать, не знал этого? Что у нас здесь? Здесь ничего необычного. Ну, пошла ты в жопу. Здесь нет ничего необычного, если у вас нет медицинского образования, да? Даже когда мне врач показывает на рентгене, допустим, там, ну, сходил, там, позвоночник рентгена сделал, и показывает, вот здесь вот у вас вот проблемы, вот. Я смотрю, там, блин, даже пятна не вижу, ничего, какие проблемы. Место для вставки рентгеновского снимка, давай вставим. Ой. Да как нет-то, блядь? Подожди, может я неправильно? Гейл. А эти два не снять. Значит, A, B. На B кого-нибудь зовут? Кларк, A, B, C. А этого как? Какие у них удобные имена. Ёптать. Вставляем Гейла, вставляем... В смысле Кларка, теперь вставляем Гейла. Что теперь? Часть его светится красным. У этого болит пукан. У этого болит горло, да? Пищеварительная эта хуйня. Ну что его менять-то? Часть его светится красным. Эд Фишер. А у этого... Это Гейл. Это все правильно. Нет, не надо менять. Джон Ада, блядь. И чё? А! Что-то царапан... Лункс. Ливер. Эсофагус. Стомач. А. Колон. Я поместил в нужном порядке инициалы, а теперь что надо сделать? Инициалы. Может, первые буквы их органов долбанных надо записать, а? Блять, я не понимаю вообще. Как, на каком суколбанском языке эта загадка выполнена? Так, ну я все записал вроде, а если я сейчас, допустим, вот это выключу, что что-нибудь изменится здесь? Нет, просто вот эти красные зоны пропали. Хорошо. Теперь как будто есть куда вводить это говно. Код получился CELL. Ну, Liver Lungs последний. Так, теперь я могу взять аптечку с пола. Видите, какой инвентарь девственно чист. Вот они любят впороть такую загадку, где... Главное, почему-то надо именно верхом повернуть, чтобы... Любят впороть такую загадку, для которой нужно пол инвентаря освободить. Ну, конечно, пока что первое место уверенно держит загадка с банками, где, блядь, 4 штуки надо подобрать. Ну, 3. 3 нужно банки. Но подобрать можно 4. Здесь снимка всего 2, благо, в инвентарь. Но при этом можно было один хотя бы взять, потом его повесить, потом пойти и взять другой. Но у меня ни одного слота не было, потому что я во все оружие здесь хожу. Потому что, сука, я продуманный. Я лучше сбегаю, но... Магнум. Так, так.
Знак биологической опасности. Он указывает на наличие биологически опасных материалов. Если бы за логику женщинам давали премии, сейчас бы ты что-нибудь выиграла. Взять патроны для магнума? Конечно, взять. Только, блядь, сам магнум у меня где-то выложен. Ничего. Часть трупа лежит на операционном столе. Ну смотри, оживет же. Почему-то я отражаюсь вот там, в пакетах. Часть трупа. Ви-акт записи ученого. Есть доказательства того, что когда носитель теряет сознание, тело впадает в кому. В это время вирус становится активным. Он быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. Носитель в конечном итоге мутирует в человекоподобное существо. Мы зовем их Ви-акт. Ви-акт. Его скорость и удивительное мышечное развитие требуют особого внимания. После трансформации оно становится более ловким и агрессивным. Уже четверо наших исследователей погибли, пытаясь покормить его, невольно превратив это место в кровавую баню. После этого мы жестоко... После этого жестокого и трагического случая мы решили назвать их Crimson Head. Crimson, ну это типа красный цвет вроде. Crimson, красноголовики, значит. Члены, короче. Писюнки. Так, этот ценный и опасный образец прототипа не может быть оставлен тут. Нам необходимо найти способ борьбы с ним. Уничтожение, безусловно, не вариант. Наконец, мы решили заморозить образец и поместить его тело в подвале на кладбище. Гроб. Подвал на кладбище. Гроб на цепях. Crimson Head — это оборотень, значит. Ох, ебать, сосраться. Джохан. Ада. Опачки, а диск не сюда надо вставлять? Б1, Б2, что я только что нажал? Б2, да? Ладно. Попробуем. Си. Е. Это Л? Л, Л. Ну и шрифт. И пошел нахуй, сейчас мне напишут. А, нет, нормально. Парам-пам-пам. Я что-то открыл. Большую дверь. АБ3. Опачки, открыто. Камера показывает мне какую-то комнату засранную. Так, ну и там какой-нибудь пидор, наверное, в засаде сидит. О, блядь. Замороженные трупы, завернутые в мешки. Разнообразные химические... вещества. А блестит-то чё? Ёпта мать, и всё, что ли? Ну, комната всё ещё красная. Почему? Что я ещё здесь не сделал? Сервер управления информацией. Похоже, он сломан. Может, диск сюда надо было вставить? Ну что-то я CD-ROM-то не вижу. Я что-то не врубаюсь. Почему комната красная? Подождите-ка. Не может такой хуйни быть. Ай, блядь. Может, на компьютере я что-то не доделал? Опять. Ёбаный в рот.
Ладно, давайте еще раз глянем на всякий случай. Почему-то пароль надо постоянно вводить. Одного раза типа недостаточно, да? Тут только двери закрывающиеся и открывающиеся. Больше здесь ничего нет. Хуйня какая-то. Не комната. Ладно, понятно, нихера тут нету, манал я эту комнату. Вот кажется, что за стеной что-то, за стеклом, но это не стекло, это пленка так, видимо, отражает в этой игре. Здесь все поверхности, которые хоть теоретически должны обладать хоть какими-то зеркальными свойствами, они обладают ими слишком яростно, слишком явно. Так, я думаю, что наверху открылось интересное помещение за большой дверкой. Надо сначала туда сходить. Лишь бы никто не вышел оттуда. Мне навстречу. Вроде нет. Ой, а пойду-ка я магнум достану, а? Дело сделано. Кстати, я подумал о том, что не надо было Барри отдавать его револьвер. Мне кажется, что у него револьвер намного больше, чем вот этот. Хотя, смотря с какого ракурса смотреть. Не, ну в мультике там у него просто пушка была ручная. Она как будто не пулями, а ядрами херачить должна была. Ну что ж, посмотрим, что это за комната такая. Огромная. Вроде тихо. А вот еще один диск. Хо-хо. Экран для использования с проектором. Фильм установлен на место. Посмотреть его, подожди. Не надо смотреть фильмы на незачищенной территории. Ладно, дрободанские патроны. Тоже подожди. Здесь где-то пройти можно, нет? Вот какая-то щель между стеллажами на карте есть, но туда не пройти. Мне кажется, кто-то оттуда выйдет, блядь, мне навстречу. После фильма, например. Спрей здесь, да, здесь что-то сейчас жара будет какая-то. Амбрелла. Первое органическое оружие, официальный рапорт. М39. Церберус. Вирус МА-39 Цербер на собаках, на доберманах, видите? FI-03 Нептун. Это для рыб. МА-121 Хантер. Это для рептилоидов. Т-002 Тиран. Тирант. Группа исследования биоорганического оружия. Персонал. Опачки. А вот это мы запишем. Минуточку. 8-3-1. Блять, 4. 1-7-0-6-2-3. Есть у меня привычка, я знаю, этот капком, блин, все надо записывать. Все, да? Комната все еще красная, но потому что здесь аптечка. Терминал для ввода паролей. Блять. Нихуя себе терминал для ввода паролей. Просто вообще, я его вообще случайно сейчас нашел. Это просто, блядь, дикое чудо и огромная удача, что я сейчас его, блядь, увидел на стене. Этот домофон этот сраный. Ну, пароль-то длинный сюда не влезет, по-любому. 8-3-4. Так, а у меня были какие-то пароли? Фильм Кена, что за фильм? А, видеоплеера так и не нашел. Дневник Тревора. Нахер это мне, дневник Тревора. Я помню, что у меня где-то был какой-то пароль записан.
Непонятно. А, вот, вспомнил я эти цифры, где они были. Номер 5691, типа, письмо начальник службы безопасности. Сейчас проверим. 5691. 5691. Хуй. Да ёб твою мать. Как так-то? Может, что-то в фильме было зашифровано? Ну-ка. МА-39. ФА-03. МА-121. Т-002. Что за цифра-то? Штрих-код. Цифра 834. Интересно, девки пляшут. Так, ну что, очередной вояж к ящику, благо он здесь рядом. Видимо, этот пароль я еще не нашел просто. Я бы запомнил. Дело в том, что увидите, да, что я записываю все цифры вообще, которые мне на глаза попадаются. Поэтому я вряд ли, я не верю, что я мог просто их где-то забыть. Да. Так, дело в том, что у меня сейчас три диска. Эти три диска займут, бля, ровно половину моего инвентаря. Почти. Нам что-то, сука, выкладывать, блядь. Ну, естественно, первым вылетает аптечка, нахер. Потому что не так часто меня дамажат. МО, МО, МО диск. Все диски МО, МО какие-то, блядь. Так, что лучше взять? Немерено пистолета или 6 патронов для дробовика. Я думаю, что немерено пистолета. Я не так много им пользовался. Ну и все, и упаковано. И опять иду до первого квест-предмета. Ну, а если я возьму дробовик, в том-то и дело, что у меня будет один слот. Вот. Поэтому пистолет выпадает. Ну хоть патроны бы в отдельный слот куда-то наскладывала, дура это, нет. Естественно, я не буду выкладывать зажигалку и бензин, потому что сейчас трупов надо сжигать очень много, иначе они потом встанут. Бегать по этой лаборатории, походу, нужно немеренное количество раз. Конкретно патронов, если все станут Crimson Head'ами, мне патронов просто не хватит. С пистолета они не убивают с толком. Сам быстрее сдохнешь. Crimson Head. Что, называть их теперь Crimson Head'ы или все-таки оборотни по старинке? Мне как-то оборотни больше нравится. Crimson Head, ересь какая. Почему, интересно, это единственная часть, где есть такие мобы. Так, и еще одна дверь открылась, собственно, и все. После этого надо что-то будет думать уже, потому что остальные закрыты. А там тоже маленькая комнатка, и ничего больше нет. То есть в лаборатории не целыми. Не целыми, а коридорами двери открываются, а комнатками. Маленькими сучьими комнатками. Так, здесь морозильная камера, судя по всему. Судя по тому, что валит пар. Ну или кухня, или прачка. Кто-то здесь есть. Слышите, да, что делается? Так, здесь есть лента для печатной машинки, но она мне нахер не нужна. Зажигательные патроны мне пока не надо. Вот это что такое? Фильтр для слайдов. О-о-о! Я. Ой, это не тот поцик. Фаталити! Я думаю, он не ожидали эти. Это, наверное, тот, который записку оставил. Устройство для передачи кодов систем безопасности есть у вас. Есть эмодиск. Ва-ху! Е-е-е, ура! Вперед! Бр-бр-бр-бр. Щелк. Здравствуй. Что-то открыло. Еще один. Да как нахер? Ты чё, манда?
Я еще хочу один вставить. Пиздец какой-то. Остальные диски что мне, бля, в жопу свою упаковывать? Факс. Куда? Санитарный отдел. Менеджеру санитарии. От кого? Комитет Raccoon City по чрезвычайным ситуациям. Этот факс закодирован и предназначен только для адресата. Любое копирование или раскрытие содержания факса третьими лицами строго запрещено отправителем. Уничтожить немедленно после прочтения. Мы наблюдаем значительное увеличение ущерба, нанесенного утечкой Т-вируса. Это превзошло все ожидания. Есть несколько проблем. Первая проблема. Т-вирусом были инфицированы больше половины исследователей. Они погибли. По сообщениям, почти у всех оставшихся в живых в этом инциденте начинают проявляться признаки заражения Т-вирусом. Вторая проблема. Наша секретная патрульная команда службы безопасности полностью уничтожена. Таким образом, самые секретные исследования рискуют быть обнародованными. Необходимо предпринять действия для предотвращения утечки в СМИ. Третья проблема. Существует высокая вероятность того, что большинство образцов вырвалось на свободу. В будущем мы ожидаем много потерь. Однако, эти потери подчеркивают успех наших исследований. И нужно что-то предпринять, чтобы результаты наших исследований не были оглашены. Мы ожидаем, что первое официальное вмешательство будет от полиции штата и отряда STARS. Мы настоятельно рекомендуем принять меры против них в первую очередь. Что-то открыло. Ну, блядь. Как бы, судя по карте, она, блин, нихуя не открыла. Дерьмо собачье. А это что такое? На этой массивной двери что-то есть. Открыть? Не-не-не, подожди. Опять инвентарь, блядь. Вот это мы точно возьмем. Гранатомет. Блин. Ладно. Открыть, давай откроем, посмотрим, что это за дерьмо. Внимание. Топливо может взорваться, если его взболтать. Выглядит как заправочный аппарат. Но мне нечего там сейчас заправлять. Да-да, лекарственные травы, конечно. Травы для отравы. Рентгеновский снимок. Изображенный скелет не похож на человеческий. Почему? Не похож. Вон, я вижу тазобедренные кости. Так-так, все. Все, идем обратно, походу, что. А эти звуки все-таки чавкающие, издают тараканы или зомби, судя по всему. Да не, нахрен мне их сейчас тянуть, у меня полный инвентарь. Полная жопа огурцов. При этом у меня есть фильтр для слайдов, а слайды остались наверху. И код какой-то вводится. Вряд ли это код для уничтожения всего на свете. Поэтому надо его ввести, он тоже что-то наверняка откроет. Инвентарь разгрузится. Да-да, я знаю, я опять бегаю зад вперед. Но все претензии к товарищам-разработчикам этой игры. Так сделана игра. Она на 98% состоит из бега туда-сюда. Umbrella, биоорганик. Угу. Так. Опять снова все покраснело и ничего нового я не вижу. Нептун. Хантер. Тиран. Группа исследователей. Вот здесь должны быть. Оп! 8462. Та-дам! Тихо. Мимо. 8462, сука, 2. Сейчас откроется вот та щель, наверное, на карте, которая... А это что такое? Ключ от лаборатории. Дожди-ка. Оборудование для монтажа.
Похоже, вы можете посмотреть кассету Кеннета. Посмотреть, да. Спасибо, что кассета Кеннета занимает слот в инвентаре. У Кеннета, видимо, камера GoPro была в шлеме. И все? Мы увидели, как его сожрали, и больше ничего, да? Дерьмо какое-то. Давайте же посмотрим на бис. Может, там что-то мы пропустили. Он бежит, он стреляет по коридору. На него идет зомби. Это тот самый первый коридор, где лежал его шоколадный труп. Нет, его просто съели. Дерьмо какое-то. Я не понимаю смысла этой кассеты вообще. Это, видимо, для атмосферы она нужна была. Так, аптечку брать некуда. Аминь, полная аминь. Ключик есть, который... А, электронные замки внизу везде. Так что я грамотно ключ-то взял. Надо сохраниться. Теперь. Вот теперь точно. Что ж, это был мощный рывок. Я думаю. Я думаю, что на этом серия сегодняшняя подошла к концу. Всем грустно, всем печально. Но я думаю, что в следующей, завтра, в следующей серии игра уже будет пройдена окончательно. И бесповоротно. Наконец-то она, блин, закончится. Очень уж она затянулась. Судя по сейвам, она вообще архи затянулась. Ладно, всем спасибо, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Адьё.